Здравствуйте всем, меня зовут дядя Митя, я выехал наконец-то на природу, посмотрите, какая красота вокруг меня. А также мы приготовили с собой вкусняшки. Вот есть вот такие вот приколючки, я даже не знаю, как их назвать, конверты, как их назвать-то наверное, правильно. Конверты. Короче, делаются с помощью вафельного листа. Фарша, все это жарится, вкуснятина просто. Рецепт приготовления вафельных бутербродов довольно прост. Покупаем вафельные коржи, разрезаем их на несколько одинаковых частей. Потом мы начинаем замешивать фарш. Соль и перец по вкусу. Раскладываем его на листы. Сверху накрываем вторым вафельным листом и слегка прижимаем. Далее делаем кляр. Несколько яиц разбиваем. Также соль и специи по вкусу. Хорошенечко все перемешиваем. Начиненные листы фарша помещаем в кляр и обжариваем на раскаленной сковороде. Обжариваем до золотистой корочки с двух сторон и снимаем со сковороды. Божественно! Вот так вот я люблю ездить на природу. Плюс мы еще сделали бутеры. Ну, обычные бутерброды. Можно было, кстати, в духовке запечь. Не, в духовке? Ой, немножко. Они, конечно. Надо было эти запечь. Хлебцы в духовке. Они бы не пропитались бы так. Ну, да. Ну, мы собирали, да, в следующий раз. Вот такие вот хлебцы. Здесь тоже все классно так сделано. Сначала натираем яйца. Потом плавленый сырок. После этого добавляем тертый чеснок. Заправляем все хорошенечко майонезом, хорошо смешиваем и обмазываем ею бутерброды. Сверху кладем шпроты, по желанию можно добавить и огурчик еще. И получаются замечательные бутерброды, которые вы можете взять с собой на пикничок. Салатик сверху, чесночочек, сыр, яйца, шпроты. Огурчика не хватает. Да, можно еще огурчик. Блин, это просто превосходно. И вот мы теперь сидим и кайфуем здесь на природе. И, кстати, недалеко от дома. 5 метров вот на тех вот великов, если увидите, там где-то вдалеке стоят. Ну, мы поближе снимем. Купили велики, катаемся. Получаем удовольствие катания. Вообще просто круто. Вот единственное то, что у меня еще удочки нету. Была бы удочка, прям вообще класс был бы. Я учту на будущее. Сейчас бы закинул бы и рыбачил бы. Как он там? Ну да, ну он что-то далеко куда-то зашел, там вообще утонуть можно. Так, чтобы удочку закинуть, пожалуйста. Не, круто. Природа есть природа. Всем, кому понравилось видео мое объяснение, подписывайся на меня, ставь лайки. Все, всем удачи и пока.